Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился сегодня с председателем Совета Чувашпотребсоюза Валерием Павловым. Речь шла о результатах работы за прошлый год. 11 миллиардов рублей. В эту сумму оценивается так называемый совокупный объем деятельности Чувашпотребсоюза за 2017 год. В республиканскую казну от Союза поступило 700 миллионов налогов. Занимаемся заготовками. За прошлый год у нас объем действий составил 1 миллиард 100 миллионов рублей. В том числе 700 миллионов – это выплаты чисто населению, сельскому, личному подсобному хозяйству за сданную сельхозпродукцию и сырье. Закуплено 29 тысяч тонн молока, 1500 тонн мяса, 9500 тонн зернопродуктов. Партнерами чувашских кооператоров является 60 тысяч сельских подворий. Михаил Игнатьев поблагодарил руководство и сотрудников Чувашпотребсоюза за эффективную работу в обеспечении занятости жителей сел и деревень.